Всем привет! Продолжаем смотреть мосты Питера, Петербурга. Торговый мост пересекает Крюков канал. Тип конструкции балочный, материал сталь. Общая длина 24-26, ширина моста 10,8. Автодорожный балочный мост через Крюков канал в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга соединяет Коломенские и Казанские острова. Мост сохранил архитектурный облик, характерный для мостов Крюкова канала 1780-х годов. Объект культурного наследия России регионального значения. Соединяет Театральную площадь и улицу Союза Печатников. Рядом с мостом расположен Мариинский театр. Выше по течению находится мост Декабристов, ниже Кашин. Ближайшие станции метрополитена Садовая, Сенная и Спасская. Название моста ведется от прежнего наименования улицы Союза Печатников, Торговой. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» за 1797 год зафиксировано название «Средний мост», а с 1798 установилось наименование «Торговый» по тогдашнему названию улицы. Построен в 1783-1785 годах по типовому проекту для мостов Крюкова канала. Трехпролетный деревянный мост на опорах из бутовой кладки, облицованных гранитом, центральный пролет разводной, боковые балочные. Автор проекта неизвестен. Работы производил подрядчик Николай Егоров. В 1805-1810 годах разводное пролетное строение было заменено деревянным подкосным. В 1868 произведен капитальный ремонт моста. К концу 1890-х годов конструкции моста пришли в неудовлетворительное состояние. В 1905 году после крушения египетского моста Дума ассигновала средства на ремонт моста. В 1905 году деревянные прогоны моста были заменены на металлические двутавровые балки. Исправлена кладка устоев, убраны торшеры. Технический надзор осуществлял инженер Лихачев. В 1946-1947 годах опоры частично переложили из-за размораживания. В 1960-61 годах произведен капитальный ремонт моста по проекту архитектора Ратача и инженера Гуцайта. Капитальный ремонт был в 2019-2020 годах. Мост трехпролетный, металлический, балочный, неразрезной системы. Сверху балок устроена монолитная железобетонная плита. Устои бетонные на свайном основании из деревянных свай с массивной гранитной облицовкой. Общая длина моста составляет 24 метра, ширина 10,8. Мост предназначен для движения автотранспорта и пешеходов. Перильное ограждение металлического простого рисунка. На промежуточных опорах установлены 4 фигурных торшера художественного литья с фонарями. Кстати, мост упоминается в романе Достоевского «Униженные и оскорбленные». Все, всем пока, всем привет. Вот так вкратце про торговый мост, который пересекает Крюков канал в Петербурге. Пока-пока, до свидания.